Футбол – это по-прежнему самый массовый вид спорта в Славянском районе, в крае, да и во всей стране. Представители самых разных профессий после напряженной трудовой недели надевают форму своей команды и выходят на футбольное поле, чтобы побороться за победу. Это приносит им ни с чем не сравнимое удовольствие. На футбольном поле спортшколы «Виктория» созданы все условия для проведения состязаний. И потому команды с удовольствием здесь играют. Игра на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу прошла именно здесь. В 22-м туре соревнований команда «Нива» Славянского района встретилась с краснодарской командой «Метеор». Соперник у славянцев был весьма серьезным, и преодолеть его сопротивление нелегко. Но настрой у славянских игроков был очень хороший. Все уже такие предвкушения завершения сезона. Как бы последняя игра, постараемся выложиться на все 100%. Я думаю, это все должно и сыгранность в первую очередь, и физическая подготовка у команды. Как бы все, что вы сказали, все должно присутствовать для хорошего результата. Впрочем, краснодарцы также не собирались играть в полсилы. Ветреная, прохладная погода ими была оценена как вполне футбольная. И желание побороться с хозяевами поля у них было немало. У нас хорошая команда, все ребята поигравшие. Защитники у нас отличные, нападение у нас вообще шикарное. Приехали с хорошим настроением, надеюсь, едем с таким же. Команда соперников, в принципе, очень хорошая, нам рассказывали о ней. Первый тайм протекал в обоюдоострой борьбе. Славянцы смогли создать побольше опасных моментов у ворот соперников, но лишь одна атака стала результативной. После того, как славянцы повели с минимальным счетом, футболисты «Метеора» сразу же попытались отыграться, но удалось им это только во втором тайме. Матч завершился в ничью 1-1.